Всем привет! С вами Юля. Сегодня 18 января 2024 года. Поздравляю вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, Рождеством Христовым, со Старым Новым годом, со всеми праздниками, кто когда празднует. Желаю всем здоровья, любви, счастья, конечно же, мира и тепла в сердцах и в семье. А я сегодня хочу показать вам мои рукодельные новости, продвижение, покупки. За почти месяц, да, вот последнее видео было в декабре о продвижениях, сейчас как раз середина января, как-то так получается, поэтому подведем итоги, и следующее видео я постараюсь снять об итогах года. Итоги года у меня небольшие, но тем не менее, какие есть, покажу, расскажу, всем поделюсь. Итак, хочу начать с основного процесса на сегодняшний день, это Custom Crafts в моем дворике. Размер готовой работы, напоминаю, 49,5 на 35,6 сантиметров. Набор это 2005 года, он снят с производства, ну и фирма уже сама закрылась, поэтому вообще наборы Custom Crafts найти, купить очень сложно. Схемы еще можно где-то найти, а вот наборы сложно. Мне повезло, мне этот набор подарили, конечно, уже много лет назад. И вот до сих пор я его все вышиваю. Когда же я его начала? По-моему, это был 2018 год. Я найду и вставлю где-нибудь какую-нибудь ссылочку на старт видео, если вам интересно посмотреть, или когда был начат этот процесс, что-то подпишу. В общем, я в каждом видео рассказываю, поэтому уже не буду повторяться, хотя приходят новые подписчики, новые зрители, которые как бы вот только сейчас заглянули. И, может быть, какая-то информация, конечно же, будет полезна повторно еще раз повторить. Так вот, значит, с этим набором я долго уже путешествую, он у меня все никак не шел. Вот, а с прошлого года я получила схему в саге и сдвинулся процесс, пошел пошустрее. Вот. И в последнем видео я показывала все мои начатые процессы, просила вас проголосовать, выбрать то, что вам больше нравится, и я буду эти процессы продвигать. И, кстати, наши мнения с вами, в общем-то, совпали. То, что вы выбрали, в принципе, эти наборы были у меня в моем уме, что мне хочется к ним вернуться и их повышивать. Вот, ну и в частности, первое место зрительских симпатий у нас занял именно вот этот дизайн от Custom Crafts. В принципе, по понятным причинам, работа самая масштабная, большая, сейчас вышиты шишки. Это, наверное, самая интересная часть этой работы, несмотря на то, что как бы здесь птица, да, вроде бы они привлекают свое внимание, но на самом деле шишки это здесь основная красота, именно вот в этих одиночках и скрыт весь секрет и этой красоты, этой работы. Да, это сложный участок, здесь очень много одиночек, вышивается медленно, вот у меня получается где-то 300 крестиков за вечер, больше я просто не выдерживаю, я не могу долго вышивать одиночки, мне становится очень скучно, мне кажется, что я на одном месте вышиваю, нет никаких продвижений, поэтому откладываю работу. Ну и поэтому работа шла так медленно. Сейчас, конечно, уже сага получше. И к тому же у меня есть участки, вот такие вот белые пятна и красные, где уже нет одиночек, а идет зашивка такими участками цветовыми. Поэтому как-то я отдыхаю, но стараюсь также менять. Где-то повышиваю одиночки, где-то опять переключусь на цветовые пятна. Вот, хотела я идти вышивать вот эту левую сторону, где у меня птица уже такая красная появляется, большая, кардинал. Вот, и хотелось мне вышить всю левую сторону. Знаете, что я заметила? У меня основа, я ее стараюсь натягивать, ну, хорошо, да, на станок. И когда ты вышиваешь только одну сторону, а вторая остается не зашитая, ткань здесь-то все-таки более эластичная, и у меня пошел в ткани перекос. Поэтому тут, как говорится, Юля, хочешь, не хочешь, нужно вышивать и вот этот участок.
выравнивать работу. Здесь у меня, наверное, последний участок с кучей одиночек. Такой, знаете, ну, сложный участок, потому что вот эти вот все иголки, это все одиночки. Вот, и я здесь немножко уже повышивала, по-моему, 3 вечера, что-то около 900 крестиков получилось вышить вот где-то здесь. Представляете, да, как это, ну, получается нудно. Не знаю, кто вышивает, наверное, многоцветки, может быть, так оно и получается, как-то так нормально идет процесс, но для меня это как-то непонятно и сложно. Вот, ну, придется здесь еще тоже повышивать. Я зашила, у меня здесь были 3 косы, с 3 хвоста с нитками, вот остался еще один хвостик, буду дошивать. Ну, а так дальше я вот как-то старалась везде по чуть-чуть повышивать, как-то себя развлекать. Там пошьешь, там пошьешь. И вроде бы какое-то разнообразие, да. В принципе, от зеленых цветов я не устала. Они такие сочные, такие хорошие ниточки. И вообще, я люблю зеленый цвет, мне вышивать не скучно. Но вот одиночки меня как-то не оставляют в покое. В общем, этот процесс у меня будет основной. Каждый месяц я буду вышивать, сколько сил моих хватит. И будем надеяться, что к концу года я смогу завершить эту работу, а возможно, даже и оформить. Посмотрим по возможностям и по настроению. Но работа масштабная. 50 на 36 сантиметров в оформлении будет, наверное, самая большая работа. Ну, вообще, у меня самая большая на сегодня – это «Ланарт и поцелуй». Там 60 на 40, наверное, оформление, может, даже больше. Надо будет померить, кстати. Вот. Но это будет тоже большая, или тоже большая, или еще больше. Вот. Это, значит, у нас главный претендент, работа номер один, которая завоевала сердца и вышивается, и будет вышиваться. Вот. Покажу вам еще работы, которые тоже привлекли внимание. Это, во-первых, вот эта работа, Анкор, сельский канал. Ну, здесь у нас с вами стопроцентное совпадение. Я тоже очень люблю этот дизайн. Как-то у меня с ним не сложилось, наверное, знаете, заклятие ютубера работает. Как вот что-то скажешь, что вот-вот, сейчас я это сделаю, так и не получается. Вот, но набор дизайн отлежался, поэтому заклятие с него спало, и будем вышивать. Здесь единственное, что у меня уже часть вышита у меня, давайте я приближу, не буду доставать ткань, это проблематично, потому что я все свои вот эти процессы собрала уже в коробку и не хочу опять все ворошить. Покажу вам на схеме. Вот я вышла только уголочек уток. Вот, и у меня все была такая мысль, то ли продолжать вышивать, то ли что-то найти равномерку, потому что здесь очень много 3/4 креста, очень дробный бэкстич, и, конечно, на Аиде вышивать это, ну, то еще удовольствие. И я подумала, что не надо жадничать, не надо мелочиться, нужно заказать Мурана и вышивать на равномерке. Ничего страшного, я сделаю рестарт. У меня 2 таких набора. И 2 я их буду вышивать, 3 у меня вышит, ну, как бы как серия, да, вот этих английских деревенек. Куплю кусок мурана, чтобы хватило на 2 дизайна, и сделаю рестарт, я думаю, к весне. Пока закажу, пока снова придет, такое, знаете, дело не шустрое. Вот, и сделаю рестарт, обязательно буду вышивать. Дальше еще один дизайн, который тоже проголосовало много зрителей, и, кстати, тоже я его имела в виду, мне тоже хотелось его повышивать, тоже. Дизайн Анкор, моя коллекция, здесь у меня хорошая организация, здесь у меня уже равномерочка, хороший старт, вышита вот полка, часть вазы, часть статуэтки и часть скатерти. И я уже вчера поменяла на своем станке основу, я уже поставила вот этот дизайн. И немножко уже начала вышивать. Не буду вам показывать саму ткань, потому что там станок огромный, снимать и тащить это все очень сложно. А в следующем видео, когда мы увидимся, я уже все-все вам покажу. Вот. Поэтому я, наверное, до конца месяца, ну там по настроению, повышиваю еще вот этот дизайн. Посмотрим, как он пойдет у меня.
Ну, эти дизайны как-то они у меня будут в ротации. Я их показываю вам к тому, что я их буду вышивать в этом году. Вы за них голосовали, я их тоже люблю, поэтому все хорошо. И, конечно же, скатерть. Как же без нее? За нее было много голосов. Скатерть такая классная, здесь такие розы. Я прям ее имею тоже в своих мечтах. Как пункт номер один, очень хочется ее завершить, хочется ее же где-то постелить. Такие красивые розы. У меня вышит совсем небольшой кусочек, вот где-то как-то так. С одной стороны, а здесь четыре стороны, понимаете? Шить да шить, Аида 10 каунт, крупный каунт, но очень мягкая. То ли крахмалить мне ее надо, то ли хорошо натянуть, не знаю пока. Но я вот как только со своей дорожкой хардангером справлюсь, так я сразу и вернусь к скатерти обязательно. Дальше, что еще? Мы так сразу с вами о планах, да, обо всем, как идет. Ну и что еще будет вышиваться у меня в ближайшее время, это вот эта лошадка. Нет, вы за нее не голосовали. Этот дизайн я начала в прошлом году. Купила, как говорится, кота в мешке. Старый Dimensions, частичная вышивка, какие-то тут гладевые стежки, разные стежки, Lazy Daisy, в общем, всяко-разно. Вот. И, ну, как бы, знаете, симпатичный, но не могу сказать, что я прям в восторге от вот этого дизайна. Не знаю, чего я ожидала. Ну, было интересно, я купила и вышиваю. Но у меня появилось кому подарить. Дизайн будет очень красивый в итоге. Будет подушка. Я дошью, оформлю в подушку, и мне есть кому подарить девочке вот эту подушку. Вот. Вот так вот. Такой итог с этим дизайном, что я с ним буду делать. Так, ну и возвращаемся к процессам. В общем, это немножко о планах, о голосах, что буду вышивать, что вышивала. Значит, с Custom Crafts нам все понятно. Давайте теперь перейдем к следующим моим процессам. Процессов у меня очень-очень мало вышивалось, потому что я уезжала. И в дороге, знаете, сильно много не повышиваешь. Вот. Дорогу я с собой брала, опять же, Dimensions. Это вот такие вот носочки. Не Gold коллекция, обычный дизайн. Здесь 6 носочков вышивается на Аиде 14 аккаунта. Так, еще работу. Где же она у меня? Так, а вот они и носочки. Так, еще раз покажу на обложке данные набора. Потому что английский у меня не очень, чтобы ухо вам не резать. Показываю еще раз носочки, набор. Обложку посмотрели, теперь смотрим уже на готовые. Так, обложку мы посмотрели, теперь смотрим уже на готовый результат. У меня сейчас вышито 3 носочка. В дороге я вышила 2,5. Начинала вышивать вот с этой девочки. Она мне очень-очень понравилась, ангелочек. Приступила с центрального так носочка, чтобы мне было легче. Быстро она у меня вышилась. Бэкстич здесь есть. Он цветной, но он не сложный. Он вышивается очень-очень быстро и легко. Дальше у меня вышивался вот этот олененок. Давайте я еще раз, еще побольше приближу. Покажу вам вот так совсем близко. По одному носочку, чтобы вы могли рассмотреть. Вот такая красивая девчонка. Вот такая красивая девчонка. Дальше я вышивала вот этого оленя. Все просто, быстро. Получилось очень красиво. Кстати, эти носочки можно будет оформить и как носочек сшить. Обычный, да? И как игрушку. Но я буду делать игрушку, чтобы была жесткость, форму, чтобы хорошо держали эти носочки. У меня вот таких игрушек нет, сшитых елочных, и в этом году почему-то захотелось. Вот. И также я вышивала в дороге, и вот этого начала вышивать снеговика. Наполовину он у меня был вышит.
И дома я уже довышивала полностью остальную часть, плюс бэкстич. Все доделала, все, теперь снеговичок готов. Единственное, что здесь еще нет кординга, и вот здесь нужно переделать кординг. Но я это буду делать, когда все вышью. Потому что вышиваю на пяльцах, чтобы не передавливать кординг, когда все носочки довышиваю. Буду оформлять и перед этим пришью уже вот эти вот шнурочки. Хотела отложить, но подумала, что если я отложу, вы понимаете, какая судьба ждет эти носочки. Поэтому нужно потихоньку их вышивать. Они вышиваются несложно. Как-то потихонечку буду встраивать их в свои будни рукодельные и потихоньку вышивать. Осталось мне вышить 3. Так, еще раз обложку. Значит, осталось мне вышить вот этого эльфа, Деда Мороза и печенюшку. Я вот так как-то распределила себе цветовую гамму, чтобы мне было интересно не только красный вышивать, да, а чтобы был красненький, полосатенький, в клеточку, вот голубенький как-то, ну, так распределила. Вот, осталось вышить 3, буду, значит, над ними работать и надеюсь, что к Новому году я смогу их оформить. Так, ну, с носками все. Что еще мне осталось вам показать? Итак, осталось мне вам показать из процессов мою дорожку. Эта дорожка у меня на комод. Начала я ее вышивать в прошлом году в марте месяце. Поэтому к весне в этом году я хочу, конечно же, ее завершить, чтобы уже расстелить и порадовать себя. Размер дорожки 1,50 м на 50 см. Вышиваю на Лугане 25-го каунта. Лугану постирала, Лугана очень сильно села, стала как Линда, может быть даже меньше, но не знаю, но очень сильно села. Я помню, села с каждой стороны как минимум по 5 сантиметров. Вот, нитки у меня здесь ДМС Перле 8, цвет номер 60, 69 или 67, сейчас, минуточку. Вот он у меня моточек. Вот он моточек. 67 номер, 8 S, 10 грамм. Меланж. Мне очень нравится меланжами вышивать. Очень получается интересно. Купил одну бобиночку и, в принципе, получается вот такое разнообразие. Покупала я наугад 5 вот таких бобинок, у меня ушло 4,5. То есть как-то я угадала, так просто вообще молодец. И ушло уже, по-моему, 3 мотка, да, 3 мотка белого. Вот у меня еще один есть, я его, ну точно, я его израсходую. Так, что у меня по итогу есть на сегодня? У меня осталось вышить. Ну, как бы основная часть у меня, основные стежки у меня вышиты везде. Вот такие. Так, наверное, вот так лучше приблизить. Вот, чтобы вам было лучше видно. Вот, это, вот эти основные прямые стежки у меня уже вышиты везде. То есть каркас, вот такой вот каркас, он у меня уже везде вышит. Осталось мне довышивать алжирские глазки на половине стороны. И... вот, осталось поажурить. Ажур я сделала уже почти наполовину. На половину стороны. И половина еще осталась. Не знаю, понятно, объясняли или нет. Вот, несложно, интересно, увлекательно. Но, конечно, трудоемко. Нужно, конечно, время, терпение, внимание, чтобы потихонечку это все обрезать, оплетать. Но результат потрясающий. Знаете, вот хардангер на сегодня очень плотно засел в моем сердце. У меня обязательно теперь будет хотя бы по одной работе хардангера. Ну, вы видите, я как-то сразу взялась за большие вещи, маленькие как-то мне, ну я не знаю, ну неинтересно, да. Мне хочется, чтобы это большое раз расстелил и приятно было смотреть и пользоваться. Вот как моя дорожка вышитая. Она у меня целый год практически на комоде, я ее периодически стираю и потом опять стелю, и она и мне нравится, и мужу очень нравится,
просто невозможно оторваться, какая она красивая. Вот, и хочется еще какие-то такие вещи сделать, тоже рукодельные и практичные. Вот, поэтому у меня выполняется вот эта дорожка. Надеюсь, что к марту я завершу, ну там к апрелю как-то хочется себя порадовать в этом году этим изделием. И, конечно же, что-то буду еще начинать. У меня в голове уже есть несколько дизайнов, но так как работы большие, ничего, пока материалы не покупаю и ничего нового не начинаю, потому что все это будет лежать в коробке и не нужно, чтобы так все это лежало. Вот. Нужно, чтобы если берешься, то вышивать, потому что, повторяюсь, большая объемная работа. Вот. Ну и видите, вот то, что у меня еще не доделано. Вот тут у меня алжирские глазки, видите, я уже вышиваю потихоньку. Вот тут их еще нет. И, конечно же, нужно выполнять плетение. Рисунок везде однообразный. Переплетаешь. Вот. Ну, потом жду момента стирки и обрезки. И дорожка будет у меня готова. Конечно, потрясающая штука. Очень красивые нитки, меланж. Я буду в следующих дорожках тоже обязательно пользоваться меланжем. Хотя у меня есть один дизайн в чистом цвете. Парочку, наверное, дизайнов в чистом цвете. Ну, а потом меланж. Ну, по настроению. Вообще меланж потрясающе. Смотрится очень интересно, игриво. Вот такая у меня вещь в производстве, скажем так. Видите, много ткани. Нужно все это обработать, подготовить, и буду пользоваться и радоваться. Так, процессы посмотрели. Теперь отправляемся смотреть покупки. Покупок у меня немного. Ну вот, что есть. Итак, первая покупка, которая состоялась у меня в прошлом году, это, ну, в декабре, да, в прошлом году, это Dimensions Gold коллекция, викторианская элегантность. Я думаю, что, ну, многие знают этот дизайн. Его раньше очень много вышивали, сейчас уже какая-то пауза, мало вышивают, наверное, перерыв. И мне он тоже нравился, и так как его часто вышивают, я не спешила брать в работу, покупать, начинать, да, вот бывает так, глазами и насмотришься, и потом, ну, нет настроения вышивать, как бы хочется иметь набор, но именно сразу начать вышивать, как-то настроение пропадает. Вот, и я его все смотрела на него, смотрела, в какой-то момент, смотрю, он стал пропадать из сайтов. Я сразу побежала покупать, заказывать, мне написали, что уже все, нет в наличии, и он снят с производства. Ну, понимаете, когда тут тебе говорят, что все снято с производства, тогда включаются совсем другие внутренние стимулы, хочется обязательно найти, купить, приобрести. Ну, к счастью, что этот набор еще есть в продаже, я его нашла на одном из украинских сайтов, заказала, купила и очень-очень рада, потому что простой дизайн от Dimensions можно собрать нитки и вышить, а здесь равномерка, здесь ленты, вот в чем самая фишка этого дизайна, что здесь ленты в шляпе, да, ну я думаю, что вы знаете, и потом пойди найди и собери эти ленты, поэтому я решила не рисковать, сразу купить. Вот. С обратной стороны мы видим чуть-чуть ткань, равномерку, ниточек немножко. Ну, ленты, скорее всего, внутри вот тут они есть. И бусинки белые, ну, обычные, пластмассовые, ничего там такого в них нет. Вот. Ну, дизайн мне очень нравится. Я знаю, что девочки, когда вышивают, их очень сильно смущает вот эта коричневая шея. Ну, наверное, потому что часто начинают вышивать из центра, центр где-то здесь, вот как раз шею начинают вышивать, это с близкого расстояния мы, когда вышиваем, смотрим, и все это очень смотрится таким коричневым, выгоревшим, неестественным, и, конечно, какие-то появляются сомнения, смущения, что она какая-то обгоревшая, да, ну, про нее разные ходили высказывания, обгоревшая, ну, все что угодно. Но тут дело еще такое, игра тени, да, шляпа, такое иногда бывает на сильном солнце,
либо какие-то тени, что-то отражается. В целом, когда картина вышита, она смотрится очень гармонично, и никогда не обратишь внимания на эту шею. Вот. Ну, по крайней мере, я нормально отношусь к этой даме, мне хочется вышить ее шляпу и поиграться лентами. Я люблю вышивать лентами, 100 лет уже не вышивала, соскучилась, очень-очень хочется. Ну, и вообще мне нравится этот дизайн, поэтому я его и купила. И правильно сделала. Вот такая у меня покупка. Вообще стараюсь покупать мало, потому что всего много, вышиваю сейчас мало, поэтому стараюсь покупать мало. Ну, хоть что-то все равно покупается, но люблю я это дело. Так, тут мне сейчас немножко нужно пошуршать. Отключимся на секунду. Итак, покупка номер 2. Это схема от Just None. Я на нее очень давно смотрела, все смотрела. Но знаете, вот когда попадаются отшивы в Instagram, конечно, хорошие такие фотографии, все это видно с близкого расстояния, это обвораживает, зачаровывает, и, как говорится, теряешь над собой контроль, так и хочется пойти и тоже себе купить эту схему. Я так и сделала. Решила сделать себе подарок, купила эту схему. Она вышивается и в нитках в шелке, и в ДМС. Я буду вышивать в ДМС. Мне в ДМС тоже будет очень хорошо. Потому что сама схема, конечно, не дешевая. Но вот еще купить шелк, конечно, сложновато. Вот. Ну, а в ДМС тоже будет очень замечательно. Купила, потому что вот такой схемы у меня нет. Я вообще как бы не по сэмплерам. У меня есть несколько дизайнов, но я их больше покупала для того, чтобы вышивать дорожки, потому что там красивые дизайны, бордюры. Ну, буду их, конечно, вышивать как сэмплеры. У меня есть один начатый процесс. Но вот такого плана у меня не было. И вот этот дизайн мне очень понравился со своими цветочками. Я люблю цветочки. А здесь как-то так романтично, легко. И мне захотелось попробовать. Думаю, вдруг я полюблю и пойму, открою для себя что-то новое. Пойму, что мне это прям вот очень в тему. Заказала себе сразу ткань. Купила лен 28-го каунта. Вот такой вот светленький, ну, как по ключу. Дальше в наборе схеме шел у нас бисер. И вот такой пришивной элемент. Так, камера не очень настраивается, потому что я так в приближении. Вот такой пришивной элемент. Это голова льва. Он будет пришиваться вот сюда по схеме, где здесь как бы фонтан, идет вода. Вот. Ну, бисера здесь совсем чуть-чуть, ну и это голова льва, она там пластиковая тоже, в общем, ничего особенного. И вот такая коробочка с цветочками. Ну, тоже приятно, симпатичная штучка. У меня есть одна такая коробочка от Just None. Ну, я не могу сказать, что я прям особо поклонница, но приятно, конечно же, будет. Красиво организован процесс. Вот, я думаю, что этот дизайн я скоро начну. Ну, как скоро? Мне нужно выбрать выходные, чтобы они у меня были свободные. Потому что вечером начинать, это для меня уже сложно. Я устаю после работы, мне хочется сесть немножко повышивать крестиков. А здесь целая история с организацией. Нитки нужно собрать, снова подготовить. Ну, хотя, кто его знает, обычно, знаете, все старты происходят после 12 часов ночи. Когда ты навышивался, думаешь, вот теперь время, как раз самое время начать что-то новенькое подготовить. Не знаю, как у вас, у меня очень часто либо что-то начать, либо пойти что-то купить. Чаще купить даже. Вот, ну, главное есть, когда начнется, тогда и начнется по настроению. Дальше. Есть у меня вот такая красота. Это набор от Вервака. Я его купила в наших магазинах здесь когда-то давно. Все хочу начать, но все, знаете, как-то не складываются обстоятельства. Или точнее, обстоятельства складываются не в его пользу. Но мы шанс, как говорится, мы надежду не теряем. Вот, в чем дело? Здесь в наборе идет Аида 14-го каунта. Вот такого вот светленького цвета, желтенького. И по схеме очень много участков не зашиваются. Вот тут.
много чего не зашивается. Я так подумала, что лучше это дело заменить на равномерку. Выбирала равномерку, купила такую вот, как у Ланарта, да, вот она такая желтенькая с разводами. Выключу немножко свет, может быть, камера как-то лучше настроится. Ну, вот, в принципе, нормально показывает. Вот, но она намного ярче, чем основа в наборе. Я не знаю, как это будет смотреться. Опять нужно будет открыть нитки, схему подумать, сочетается это. Может быть, нужно будет искать другую основу, более светлую покупать. Вот по монитору очень сложно купить равномерку. Но мне здесь просто по-другому негде купить, пойти посмотреть и купить равномерку. Нет магазинов таких. У нас все, что продается, это все для прикладной вышивки, для скатертей, дорожек. Вот Лугану. Лугану можно найти в 4-5 оттенках. Ну, какой-то лен бывает завозят, но тоже лен обычно для скатертей. Вот что-то такого к нам не привозят. Так, и еще маленькая покупочка. Показываю вам сразу отчитаться. Это у нас набор Mill Hill. Вот такой вот треугольничек, наверное, как Зигугу, правильно его назвать, да, по сборке. У Mill Hill целая серия вот таких треугольничков. Я в прошлом году вышивала и вышила вот такой. Елочка. Он мне так нравится. Почти целый год он у меня висел, и я его никуда не убирала. Ну и что? Что елка? Собирается и вышивается за один день. Все очень быстро, просто. Классно получается. Такой подвес. Вот такая вот миниатюрная штучка. Вот. И мне захотелось продолжить эту серию. Конечно, в будущем хочется купить побольше вот этих подушечек. Но пока вот одна докупилась. Здесь у меня голубочки, птички. Я люблю это дело птичье. Сердечко есть пришивное. Мало здесь, конечно, бисера. Но ничего страшного. Главное, сам дизайн очень миленький. Видите? Ну, хотя вот так много бисера. Так посмотришь, и немало. Вон оно, сердечко. Вон там ниточки. Ну, а стандартная организация Mill Hill. И вот тут у нас еще можно подсмотреть. Еще тоже есть разные варианты с этими треугольничками. Вот так рассматриваю, прям загорелось, хочется еще накупить этих подушечек. Какие они шикарные. Да, все-таки есть здесь бисер, вот он зеленый, он просто на фотографии не очень виден, а через камеру как-то получше стало его видно, и очень красивые висюльки. Все, так вам разрекламировала, что, наверное, побегу скорее вышивать на выходных этот набор Mill Hill. Так, и еще одна покупка, финишная в этом видео. Что будет в следующем, кто знает. Последнее время меня привлекает не только крестик, хочется учиться и другим техникам. Я последнее время искала книгу о рококо. Она у нас здесь была в наших магазинах с русской книги. Но тогда я не интересовалась этой техникой, и книга была, но я на нее не обращала внимания. А сейчас мне стало надо, а книгу купили. Вот, присматриваю, не могу нигде найти книгу по рококо. Если вам что-то попалось, киньтесь ссылкой, буду признательна. Вот, ну, была в Израиле и зашла там тоже в магазин с русскими книгами, смотрела, что по рукоделию, ничего особенного там не было. Единственное, что мне попалась вот эта книга, она меня заинтересовала. Автор Триш Бур, австралийский дизайнер, женщина. Называется это «Вышиваем белой гладью с цветными акцентами». Выпуск 2017 года. И как только мы переворачиваем странички, здесь у нас представлены некоторые дизайны. Дизайны здесь не сложные. Это для начинающих, я так понимаю. И, может быть, так лучше будет. И это у нас второй выпуск, представьте себе. Второй выпуск. Очень красивая стрекоза. Так, выключила свет. Надеюсь,
чтобы не было бликов. Надеюсь, что будет хорошо видно. Так, здесь все очень подробно. Какую ткань нужно использовать? Ткань, кстати, подходящая у меня есть. Про нитки. Здесь вот основная фишка в том, что используется хлопковое мулине от DMS Флош называется. Я не знаю, как правильно читается. Флош. Тут уж, извините. Такая пушистенькая ниточка. Показано, как с ней нужно работать, как ее завязывать, развязывать эти моточки. Вот, и как вышивается потом вот эта объемная белая гладь. Как нужно делать настил правильно. Все пошагово расписано. Также где-то используются нитки от Карен ручного крошения, шелк. Какие нужны принадлежности, иглы, ножницы, шило. Кстати, вот такого шила у меня нет. Вот показан какой-то один дизайн, очень красивый, объемный, потрясающий, просто великолепный. Вот, лупы, что нужно вышивать с лупой. Дальше, как нужно работать с маркерами, с тканью. Вот тут очень важная информация, как нужно правильно распределять косая, долевая нить. Потому что я вот это вот не знаю, вот этих деталей. Все здесь подробно на русском. Не нужно мучиться, как обычно, на английском. А Юля плохо знает английский. Потом пойди разберись. Вот так, наверное, буду показывать. Смотрите, какие красивые дизайны. Потрясающие. Такая цветовая гамма, что просто невозможно оторваться от этих дизайнов. Мужу очень понравилась вот эта сова. Он ее мне заказал. Но я ему сказала, буду смотреть на ваше поведение. Будет хорошее, вы еще нет. Работайте над собой, господин. Так, тут контурные стежки. В общем, здесь все очень подробно, как что выполнять. Показано, вот как видите, как нужно делать объемно. Вот. Очень интересно. Дизайны здесь, конечно, несложные. Как раз для новичков подходят. Все подробно показано, как что выполняется. И вот первый раз я столкнулась вот с такой штучкой. Описан новый для меня инструмент, называется афикот. Я когда прочитала это слово, я долго искала в словарях, думаю, ну что это такое? Вот. Но оказалось, что это вот такой деревянный инструмент. Он нужен для того, чтобы укладывать стежки. Нужно как-то им придавливать. И ну, сверху там обшивается как-то там нить. В общем, нужно почитать повнимательней. Что-то новенькое для себя узнать. Очень красивые вот эти стежки. Мне они особенно нравятся вот в этом сочетании. Смотрите, какой объем. Красиво, интересно. Я хочу в этом году тоже что-то сделать, да? Вот такой простой цветочек можно сделать и другой цветовой гамме, чтобы он не черно-белый был. Ну, все пошагово расписано, как делается. Вот сердечко красиво, но маленькое, 8 на 10 сантиметров. Можно сделать его и потом шить какую-нибудь сумочку красивую, ну, мешочек для каких-то принадлежностей. Здесь используется в основном мулине, ДМС. В редких дизайнах используется Глориана. Ну, зебра мне не понравилась. Поэтому почти любой дизайн можно осилить. Черно-белая сова. И вот смотрите, как она будет смотреться цветная. Так, где цветная сова? А вот цветная сова. Какая разница, да? Просто изменилась цветовая гамма и уже как будто совсем другой дизайн. Очень красивая чашка. Потрясающая. Все это, конечно, очень объемное получается. Я быстро так листаю, чтобы сильно время ваше не занимать. Калибри. Калибри. Ты меня не зацепила. Симпатично, но просто не мое. Насмотрелась я на этих калибри. Король Лев. Уже вот вам, пожалуйста, все подробненько. Все, мне это очень понравилось, что-то подробненько. Хочется научиться делать что-то новое. Вот этот дизайн мне очень понравился.
Он здесь дается в двух вариантах. Вот в такой, в таких синих оттенках. И есть в красных оттенках. Так, вот. Хочу вам показать, какой контраст. Вот смотрите. Красный и синий. Конечно, свет у меня еще так подсвечивает. В красном и в синем. Мне нравится больше в красном, хотя они оба хороши, эти дизайны, но в красном как-то мне более привлекательно. Хочу вам показать некоторые элементы, как они смотрятся. Тоже схема, все подробно расписано. Некоторые элементы. Вот, к примеру, мне очень нравится, как оформлен вот этот цветок. Смотрите, шикарно. Очень интересно вот здесь, как все элегантно. Вот эти дырочки, обшивка. Мне как раз такая есть основа Ева. Такой цветочек, ну, мне не сильно зацепил. Так. Пожалуйста, моря. Напоминает мне этот дизайн. Дизайн от панны, который я вышивала, там владычица морская. Там тоже вот такие завитушки, цветочки, солнце, такие же волны, но очень похоже. Очень прикольно. Вот тут поярче фотографии. Ну там восход. Вот еще вот такой восход. Тоже прикольно. Машинка детская. Вот этот дизайн мне очень понравился, стрекоза. Очень изящный дизайн. Мне кажется, здесь, по-моему, есть Глориана, потому что здесь вот эти вот переходы такие цветные. Давайте посмотрим. Ну да, есть здесь Глориана. Потому что вот такие вот шикарные переходы в цвете. В целом получается, конечно, очень элегантно. Очень круто. Хочется что-нибудь такое сделать. Может, вообще подушку сделать, было бы шикарно. Украсить, да, часть подушки, вот так уголочек. В общем, на ваше усмотрение. Но я обязательно буду что-то делать из этой книги в этом году. Мне нужно только купить эту ниточку флош. И все остальное у меня есть. Вот, ну и самый классный, самый центральный дизайн в этой книге, это вот эта дама, точнее ее головной убор. Вот так приближаю, чтобы не сильно бликовала лампа. А вот так хорошо камера настроилась на цвета. Я люблю синий, люблю оранжевый. А вот это сочетание синего и оранжевого, ну просто сногсшибательное. Какие здесь красивые используются элементы. Геометрия шикарная. В общем, эту девушку нужно обязательно вышивать. Ее шапку. Здесь все красиво. Все. Автор, кстати, рекомендует использовать лупу обязательно. Дает акцент, что будет легче работать. Ну, покажу вам вот крупным планом, да, покажу вам вот эти вот участки. Смотрите, ну, шикарно. Вот. Бомба. Как тут не вышить такую красоту, такие переходы. Очень-очень интересно. Вот. И что здесь у нас? А, ну и остался еще вот этот дизайн. Ваза. Костя, когда увидел эту вазу, сказал так. Это древнегреческая стилистика. Он филолог,
и в Греции все филологи также проходят курс археологии. Вот, он мне тут долго рассказывал, почему это древнегреческая стилистика, эти все элементы мне тут рассказывал. Ну, в общем, я наивно, я ему поверила на слово, вам не буду точно утверждать. Мне кажется, просто красивая ваза, просто все гармонично, и не нужно искать каких-то секретов. Но он меня долго убеждал, что здесь все рассказывал мне, какие-то элементы, что почему это древнегреческая стилистика, все тут со смыслом. Все, это все дизайны, которые есть в этой книге. Посмотрим, что тут у нас еще. Ну, в итоге тоже здесь показаны участки крупным планом вот этого последнего дизайна. Вот такая книга попала мне в руки. Я очень рада. Я теперь буду стараться высматривать разные книги. Мне еще нужно купить по пэтчворку какую-нибудь толковую книгу на русском, а может быть даже пару журналов, но пока ничего не попалось у меня по пэтчворку. Вот, конечно же, Хардангер журналы тоже хочу покупать, но нужно, конечно, это все отслеживать, как-то находить. Не всегда попадаются на сайтах что-то толковое, ну, где есть доставка. Вот. Но в целом я рада, что у меня стали появляться какие-то интересные книги. Это все мои рукодельные новости. Посмотрели мы с вами процессы, покупки, сделали некоторые планы. Буду стараться их выполнять. Следующее видео мы с вами посмотрим об итогах за 2023 год. Постараюсь снять на этой неделе. Вот, ну и дальше мы с вами встретимся уже в конце месяца, подведем итоги января. Надеюсь, у меня будут хорошие результаты за месяц. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новости. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока. Так, сегодня я буду готовить в этот зимний холодный день очень нами любимую кашу, которая называется трахана. Об этой каше я узнала недавно относительно, потому что это тот продукт, ну, который, знаете, в ресторанах его не подают. Это как наша, ну, допустим, каша гречневая или, не знаю, гороховая, да, что-то такое, что вот, в общем-то, ну, ни в ресторанах, нигде не угощают. Очень простая еда. Но, тем не менее, эта каша казалась очень вкусная, очень питательная, легкая, особенно для тех, у кого пищеварительная система очень чувствительная, подходит просто замечательно. Единственное, что если у кого-то проблема с глютеном, я думаю, что не подойдет. Я, конечно, не изучала этикетку на этот вопрос, но думаю, что не подойдет по логике. Почему? Потому что эта каша, она делается из сердцевины зерна пшеницы, берется сердцевинка, и как-то это взбивается с молоком, потом это сушится, и получаются вот такие гранулы. В общем, для меня этот процесс неизвестен, я не знаю, как это все происходит. Вот, но факт в том, что получаются вот такие гранулы. Каша варится быстро, примерно 25-30 минут. Нам для этого понадобится щепотка соли, феты грамм 150-200, ну, в зависимости, как вы хотите, пожирнее либо посней, и много оливкового масла, ну, грамм, миллилитр 50 точно понадобится. Вот я вам показываю, как выглядит целая пачка. Трахана из двух видов. Есть сладкая, есть обычная кисло, которая идет с овощными, с мясными блюдами. Мы берем сладкую. Нам вот эта фирма очень понравилась. В пачке 450 грамм. А, да, вот написано 25 минут варится. Здесь 450 грамм. Вот у меня есть половинка. Это будет большая кастрюлька. Это будет очень много. Варить ее нужно медленно и аккуратно, потому что она разваривается, прилипает. В общем, нужно ее постоянно помешивать. Процесс варения простой. Просто нужно внимание постоянно помешивать. Сейчас я вам покажу, сколько я наливаю воды. Ну, процесс варки там простой. Потом покажу, как добавляем фету и какая она получится. Так, на 200-250 грамм каши я налила 1,5 литра воды. Буду контролировать. Может быть, придется еще подливать. Потому что я, честно, на глаз наливаю и как-то никогда не мерила. Ну,
Я думаю, что 1,5 литра должно хватить. Водичка получается такая мутная. Все, ставлю, закипает, и потом постоянно нужно помешивать каждые 3-5 минут, чтобы она варилась на среднем огне. Так, прошло минут 15, вот так варится каша, видите? Эта каша будет такая с водичкой, не совсем прям каша в нашем понимании. Прям густая-густая должна быть водичка. Она еще, конечно, будет минут 15 вариться, разбухать, еще будет фета. Но все равно должна быть водичка, не совсем она должна быть густая. Поэтому вот так варится на среднем огне, почаще помешиваем, контролируем. Итак, прошло 25 минут, мы приближаемся к финишу. Вот такая у меня кашка. Может быть, даже придется еще добавить чуть-чуть воды, но посмотрю, вообще-то уже нормально, она уже готовая. Вот такая вот она получается. Видите, вот она. Вот, и вот такая по консистенции. Я думаю, что, наверное, и не надо дальше больше воды. У меня муж больше специалист по этой каше, но так как он сейчас на охоте и придет голодный, надо будет чем-то покормить. Поэтому добавляем щепоточку соли, прям совсем чуть-чуть, потому что фета соленая, можно круто пересолить. У меня здесь 200 грамм феты. Я ее просто вилкой вот так вот ножом порезала, вилкой помяла. Вот все это, опять же, одной рукой. Давай. Все туда. Сейчас мы... Ну, в общем, фету туда мы отправляем. И... конечно же, оливковое масло. Без него мы никуда. Наливаем. Вот так. Перемешиваем. Какая красота. Сытно, вкусно, полезно. И оставляю на совсем медленном огне минут 5, просто чтобы она питалась, все это, чтобы соединилось. Каша уже, в принципе, готовая. Вот такая вкусненькая будет у нас кашка. Быстро, полезно. Все, уже, видите, масло она впитала. Вот такая кашка. Видите, она жидковатая, как супчик такой. Ну, суп совсем, конечно, жидкий. Вот такая кашка. И кому нравится, в тарелку тоже можно оливковое масло еще подлить, перцем посыпать, и получается очень-очень вкусное блюдо. Мы сейчас зимой прям варим часто. Все. Итак, наша трахана уже готова, можно кушать. Я вот перчиком посыпала. Она получается как жидкая манка. Вот такая вот каша. Здесь вот кусочки феты. Ой, горячая прям пар идет. Видите, вот такая каша. Очень-очень она вкусная, сытная, аппетитная. В общем, как говорится, калиорекси, приятного аппетита!